Джессика Лонг. Я 13-кратная паралимпийская чемпионка по плаванию, и это моя история. Я никогда не чувствовала себя приемным ребенком. Я всегда чувствовала себя частью этой семьи. Мои родители провели невероятную работу, воспитывая всех нас, особенно принимая во внимание то, что они усыновили детей с физическими недостатками. Я родилась с малоберцовой гименилией. У меня практически не было обеих нижних конечностей, была ступня с тремя пальцами. В нашей семье 2 мальчика и 4 девочки. Я просто нашла себя в плавании, мне понравилось. Мне всегда очень нравилось, я старалась задержать дыхание как можно дольше. Представляла себя русалочкой. Когда мне было 12, я участвовала в Паралимпийских играх в Афинах и выиграла 3 золотые медали. Когда мне было 16, я соревновалась в Паралимпийских играх в Пекине и выиграла 4 золотых, серебряную и бронзовую медаль. По окончании моей спортивной карьеры я собираюсь стать тренером по плаванию. Моя младшая сестра Ханна ездила со мной в Россию, где я встречалась со своей семьей. Причина, по которой я хотела встретить эту семью, мою родную семью. Почему я приехала в Россию? И я хотела, чтобы моя мама знала, что я не сержусь на нее. Я даже благодарна за это. Это дало мне возможность быть удочеренной моей американской семьей. Я надеюсь, что кто-нибудь просто посмотрит со стороны на мою жизнь и подумает: если она может, то я тоже смогу.